Музыка и запахи. Это то, что так сильно вдохновляет меня с детства. У каждого аромата есть ноты, которые в танце складываются в аккорды. Их воздействие на наш слух и обоняние считается самыми сильными маятниками. Они отбрасывают нас к тем моментам, которые нам дороги. Запах пианино ассоциируется у меня с детством, когда я только начал писать музыку на старом инструменте, который привезли мои родители из Иркутска. Совместно с библиотекой ароматов мы создали аромат, послушав который, вы сможете почувствовать то, что я так сильно хотел передать при записи моего нового альбома, и совершенно по-иному услышать мою музыку.